Приветствую всех на канале Див Кладоискатель. Сегодня выходной, и снова мы едем на коп. Сегодня еду снова в старинную деревню, где я уже копал не раз, как обычно, с теркой. Это за 5 лет все в округе объездил. Теперь с эквиноксом поедем туда. Есть надежда, что луга все-таки скосили местные и получится там походить. А если не получится, если луга опять трава по пояс там и не стали косить местные, тогда поедем, вернее, если не поедем, а пойдем, там рядом старинный лес со старинным селом. Вообще, конечно, село хорошее, там много чего интересного. Я и пятаки подымал, а в лесу интересные, кто видео смотрел, кованые стремена старинные находил. Так что сегодня походим по старине. Надеюсь, советиков будет поменьше, а империя в приоритете. Ну, как говорится, мы предполагаем, а Господь располагает. Что будет, смотрите дальше. Поехали. Итак, мы прибыли на место, на краю старинной деревни. Будем ходить здесь по лесам и по старым садам. Здесь вот заливной луг, наверное, был раньше. Вроде немножко скосили, но ходить, конечно, будет сложновато. Надежды мои на то, что скосят луга, не оправдались. Здесь трава по пояс. Ну ничего, походим, где можно. Находки будут, покажу. Не переключаемся, ждем находок. Первая находочка. Звучало 30. Как крупная империя. Это ложка. Ну ничего. Первая находочка. Двигаемся дальше. Второй цветной сигнал. Звучало 16-17. Это у нас гильза. Походу здесь с полчаса я походил уже. Здесь делать нечего. Наверное, надо выдвигаться в другую локацию. Так. Ладно. Походим еще минут 10-15. И там видно будет. Выдвигаемся в другое место. Сейчас, может, в лес поедем. Ложки, гильзы, пробки. Пробок очень много. Так что современного мусора здесь слишком много. Сигналов полно. Проволока алюминиевая. Пробки, гильзы. Одна ложка. В общем, за полчаса ни о чем. Можно уже сделать вывод, что здесь делать нечего. Ямок здесь полно копателей. Здесь уже прошерстили. Вот еще одна. Так, ладно. Не переключаемся. Ждем другой локации. Ура! Удалось найти скошенное поле. Так что будем ходить здесь теперь. Переезжать никуда не будем. Не переключаемся, ждем находок. Первый сигнал у нас на этой локации 15-16-17. Ну что, попробуем выкопать в онлайне. Авось нам повезет. И это не пробка. Аккуратненько выкапываем, чтобы народ местный нас не выступал
Потом вот эту блямбу раз назад и все. Шестнадцать. Что это у нас тут такое? Это проволока. Зараза. Yes! Первая монета есть. 19-20 звучало. Это что у нас? Это 3 копейки, похоже. Алюминиевая бронза. Сейчас почищу, покажу. Отлично. Первая монеточка есть. Итак, у нас первый монетос. 3 копеечки. 1900. Какой там это? 26-й, что ли? Так, ладно. Хожу, значит, на поле 2. Скорость восстановления поставил 6. Сначала поставил 4, потом 6. Все-таки лучше происходит идентификация монет. Пусть и глубина поменьше. Так, ладно. С первой монеткой нас двигаемся дальше. Кстати, точно здесь я ходил с теркой. Я поднял здесь 2 империи. Точно нашел это местечко. Вот после терочки мы нашли 3 копеечки. Надеюсь, что и империя сегодня попадется нам. Сигнальчик у нас. Четкий 11-12. Ну, это либо... Ну, здесь пробок таких вообще нету. Это может быть поздние советы. Нет, это проволока, блин, очередная. Зараза. Ладно. Двигаемся дальше. У нас какой-то любопытный артефакт. Сначала подумал, что это изображение с рогами. Но может это обломанное? Сейчас почищу. Поближе покажу, что это такое. Какой-то артефакт. Непонятное что-то. Может, изображение какого-то зверька или божества. Или это часть чего-то. Ну, вообще непонятно. Ну, кто опознает? Интересно. Прикольная штука. Взял 14-15. Так, ладно. Двигаемся дальше. Ищу вокруг, копаюсь, никак не найду. Где-то был сигнал 11. Она уже, когда ком выворачивал, она выпала, монетка. Это, похоже, у нас 1 копейка. Ранние советы, наверное. Так. Сейчас помоем и покажу. Ура! Вторая монетка. Слегка почистил, не стал сильно. Это у нас 1 копейка. Советы. Алюминиевая бронза, вес 1 грамм. Отлично. Вторая монетка. Какая-никакая, а монеточка. Двигаемся дальше. Вот такая у нас распашка, огород. Встретился с комрадом с Борисоглебска. Он договорился с дедом, здесь копает. И решили вместе покопать. Найду, покажу. Не переключаемся, ждем находок. Наконец-то у нас находочка. Что это такое? Пять копеек, что ли? Да. Нашел? 5 копеек. А? 5 копеек. Советы. Блин. Александр уже 3 или 4 империи поднял. Что за херня? Эквинокс. 5 копеек. Поздние советы.
что-то не прет. Александр говорит, ему просто прет. С ним ходят ребята, у которых дорогущие по 100 тысяч аппараты, они ни хрена ничего не находят, а он находит. Ладно, двигаемся дальше. Ушел с этого огорода. Я не знаю, как это объяснить. У товарища 4 империи, и я один советик. Ну вот сейчас зашел здесь. Растут груши, и у нас находочка. Пуговка-гирька классненькая. Ух ты, с рисунком. Класс. Отлично, люблю такие находочки. Двигаемся дальше. Еще одна находка. Звучало вообще 30-32. Это у нас... Похоже, половинка 2 копеек капусты, что ли. Сейчас почище покажу. Какая у нас 4-я монета? Непонятно, что это такое. Кажется, было 2 копейки капусты. Кто-то ее напополам разрубил. Зачем? Непонятно. Так, ладно, двигаемся дальше. Опаньки, неужели нам повезло? Смотрите. 34 чистоган. Империя явно, может даже серебро. Ну-ка, ну-ка. Опаньки. Что это у нас тут такое? Явно империя. Сейчас почистим, покажем. Итак, у нас какой? 5-й уже монет. Это 2 копейки. Капуста опять. Ну, грязненькая, но видно по орлу. Отлично. Еще одна монетка. Двигаемся дальше. Опаньки. Только вот закопал яму, и рядом сигнал у нас. Снова 34-35. Неужели снова империя? Это пипец. Весь день ходил, ничего. И за несколько минут... Опаньки! Снова, что ли? Нет, это... По-моему, что-то другое. Или тоже 2 копейки? А, да, 2 копейки. Сейчас немножко почище покажу. Это у нас снова 2 копеечки. Капусточка. Где там? Как она? Вот так вот, что ли? А, вот так вот, да? Да. По-моему, орел смещен немножко. Отлично, двигаемся дальше. Кружусь все в одном месте. Вот здесь вот комрад копал. Вон там, там, там. И у нас еще один сигнальчик. 34, 35, 36, 37. Неужели это опять монетка? Ну. Точно. И походу снова капуста. Ага. Сейчас почище покажу. Блин. Пипец. Опаньки, у нас еще одна монеточка, еще одна империя. И это прям в хорошем сохране, наконец-то. Красота, ляпота. Я офигею просто. Вот так вот. Больше полдня проходить, ни хрена ничего, и тут на тебе. Отлично, двигаемся дальше. У нас еще один имперский сигнал.
23, 24. Даже прыгнул до 27. Ага. Неужели нам поперло, и сегодня еще одна будет монета. Опа, хе-хе-хе, монетка. Это что это такое? Судя по сигналу, это, наверное, полкопейки или четверть копейки. Сейчас почищу, покажу. У нас еще одна монетка. Не пойму, что это такое, но явно империя. Что это такое у нас? Ёпарный театр, это же 10 копеек, это серебрушка. Черная такая. Опаньки. Я офигею, ребята. Двигаемся дальше. Ну, на сегодня достаточно. Покопали ударно сегодня. Время-то уже, судя по солнцу, часов 5, наверное. Это выходит, что я 6 часов копал. Охренеть. Ой. Но сегодня неожиданно совершенно коп удался. Супер хабарный коп на огороде. Спасибо комраду. Но правда, на этом поле я всего лишь 5 копеек нашел. Но все равно вокруг по огородам походил. И вот тебе империи. Сколько там? 4 империи, наверное, или 5 даже. 10 копеек серебром. Вообще супер! Yes! Красота! Yes! Да? Вот так вот, это будет заставка. А то спросите, почему остановился. Сейчас, да, это самое, хотел сказать, домой приду. До машины дойду и в машине уже покажу, что я там путного накопал. Уже язык заплетается. 6 часов ходить, уже плечо аж болит. Ладно, сейчас дойду и покажу, что накопал. Итак, что мы накопали? Империя 3,5 капусты. 5 копеек поздние советы, 3 копейки и копейка ранние советы. 10 копеечек, серебрушка, пуговка, гирька. Вот это непонятно. Сначала думал, наперсток, но что-то не похоже. И вот эта вот штучка, судя по всему, это очень старинная вещь. Ей сотни лет. Древняя. Кто... Может, что знает, скажите. Или подвеска, или непонятно, что это такое. Ну что, сегодня коп удачный. 8 монет. Отлично. Из них 5 империй. На этом все. Всем спасибо за внимание. Ставим лайки, подписываемся на канал, делимся видео. До свидания, до новых встреч в эфире.